утро, друзья! Сегодня у нас 1 апреля. Мы вот так вот, с открытым окном. У нас полностью... не видно. Вот так. Так будет лучше видно. В общем, открытое окошечко. Надо будет окна вымыть. А то я беременная была, не мыла. И сейчас холодно было, не мыла. В общем, у нас жарко дома. О, сколько градусов. Отопление только выключили, открыли окно. Сквозняка нет, только одно окно открыто. Вот, Дашунчик засыпает. Она сейчас так хорошо спит. Она последнее время ночью стала, она сейчас стала спать, как взрослый человек. Днем она очень хорошо бодрствует, а ночью она вот может 5 часов поспать. 5-6 часов один сон. Но первый сон, этот, который начинается в 8 часов, поэтому мне приходится спать, ложиться в 8 часов. Но я высыпаюсь, она, получается, поспала сегодня 5 часов, и потом еще 3 часа поспала. И я все уже, я не хочу спать, я после первых 5 часов уже выспалась. Лежу, я себя заставила заснуть, потом 3 часа еще поспала, и все. Я уже забрала Дашу в зал, чтобы Леша высыпался. И думаю, чем заниматься. Прям столько энергии, я бы пошла персик формировать. Я почитала, что персик нужно формировать во время его цветения. Вот, мне просто в комментариях написали, что нельзя во время цветения формировать. Но написано, что именно во время цветения весной нужно, ну, до цветения формировать. Смотрит на меня чудо маленькое. Кашку сварила, эту овсяную на молочке. Люблю овсяную на молочке и рисовую на молочке. Позавтракаю, мужчины мои проснутся, у них уже завтрак готов. Сейчас скажу, сколько на улице градусов. На улице 20 градусов. Ребятушки, почитала я, и персик действительно нужно обрезать, это именно когда он вот-вот зацветет, и появились уже первые цветочки. Так что я сейчас его буду формировать. Главная цель формирования персика — оставлять, в общем, нужно формировать в форме чаши, и нужно оставлять ветки под углом 45 градусов. Те, которые идут вниз, нужно отрезать, и те, которые идут вверх, тоже нужно обрезать, чтобы солнышко равномерно распределялось по персику и воздух, в общем, обдувал. Ну, приступим. Персики обрезала, и не видно нормально, не посмотришь. Ну, в общем, много веток срезала, сейчас убираю их в мешок. Жалко было, конечно, обрезать, но слишком густо он рос. Вон сколько веток, целый мешок. Ветер сегодня, я снимала таймлапс, хотела таймлапс снять. Ветер просто уже как персик красиво смотрится. Прям заглядение. Хорошо, что я веточки самые красивые выбрала и в вазочку поставила. Утром проснулись, а у нас дома персик расцвел. Так красиво, хорошо, что я самые красивые веточки оставила. Он так красиво цветет. Сейчас пойду на улицу, посмотрю, как он себя чувствует. И сегодня нет ветра, так что мы пойдем сегодня гулять. Вчера не пошли гулять, вчера вообще очень сильный ветер был. Прям такое, так страшно было, что сейчас что-нибудь прилетит откуда-нибудь по голове. Я вышла вот так вот на улице, классно, так тепло на улице. Кто-то вовсю начинает сирень распускаться. У меня в этом году почему-то нет нарциссов, и неужели тюльпанов не будет? Вот я обрезала персик, теперь ему будет более свободно. И оставила все вот эти ветки, которые вверх росли, я все пообрезала.
И, ну, вообще его еще надо больше обрезать. Мне просто жалко его было. Вот. Солнышко прям греет. Черную смородину пересадила, а потом заморозки начались. Но она прижилась. Малина тоже прижилась. Будет у меня черная смородина теперь на солнышке, а то она прям в тени росла. У нас 8:30, на улице плюс 20. Класс. Сегодня была прекрасная погода утром. До 9 часов солнышко светило. Плюс 20. Я на улицу выходила прям так хорошо. И я себя в порядок привела. Вот накрасилась, пока Даша спала. Думала, сейчас проснется, покушает. И мы пойдем с ней гулять на колясочке. Но не тут-то было. К 9 часам начал дуть сильный ветер, солнышко пропало, поэтому наша длительная прогулка остается под вопросом. Ветер прям сильный, пыль поднимается и прям в глаза летит, с ребенком особо не нагуляешься. Пришли в магазин, и тут очень выгодные цены. Капуста 115 рублей, выгодно. В общем, цены такие серьезные. Лук 44,39. Картошка вот 90-100 рублей тоже. Цены, в общем, космические на все. Зашла в магнит косметик. И здесь вон что, пеленки продаются. Я не знала, что здесь фланелевые пеленочки разные и ситцевые. Но мне не нужны. У меня здесь подушки. Взяла погремушку и мочалочку детскую. Ребятушки, сегодня у нас ветер просто сумасшедший. Что ни день, то ужасный ветер. Я сегодня по магазинам весь день бегала. Искала Дашеньки вещи, узнала, где у нас тут магазины детских вещей. В общем, у меня сегодня развлечение. Ой, какая красота, смотрите. Просто загляденье. И персик сам расцвел сегодня. На улице очень тепло, но ветер прям сильнючий. Максим поехал сегодня кататься на велосипеде. Ходила Даша, смотрела шапочку. Весна-лето, такую хэбэшную. Но цены везде такие, что мама не горюй. Пришла домой, заказала на Озоне. На Озоне лучше всего. С собой брала вот шапочку, чтобы смотреть размер, не знаю. Даша заснула, Лёша сегодня с Дашей был. Ой. Фух. Развеялась, по магазинам побегала, но ветер просто ужасный. Глаза полные песка, дует так ужасно. Хорошо, ребенка покормила, ушла. Пришла, покормила, она опять спит. Леша пошел по своим делам. Ой, красота просто неописуемая. Весна пришла к нам. Домой вернулась, а тут мой ребеночек маленький, молочком пахнет, такая родная. Ничего нет слаще этого маленького счастья. Обожаю ее. Еще самое главное забыла добавить. Сегодня, получается, вчера Даша спала, проснулась всего один раз за ночь. И сегодня Даша проснулась всего один раз за ночь. Ну, я считаю, один раз, потому что она, получается, второй раз проснулась в 6 часов. Ну, это же уже утро. Значит, ночь она мне дала выспаться. В общем, я сейчас тфу-тфу высыпаюсь. Она сейчас днем очень активная, очень хорошо бодрствует, на игрушки уже реагирует, хорошо играется. Вот. А ночью засыпает ребенок, и я хорошо высыпаюсь. Поэтому мне писали в комментариях, пугали, что только через 2 года я высплюсь.
Я не помню уже честно, как было с Максом. Это было 16 лет назад. Как-то я этому не придавала значения. Наверное, тоже давала высыпаться. Вот, при том, что мне никто... Я испугалась этих комментариев. Подумала, господи, это что, 2 года не спать? Вот, расстроилась. Ну, а что делать? Мне никто не помогает ночью. Ну, а как помогать, если ей мама нужна, чтобы кормить? Но вот, высыпаюсь уже вторую ночь, чувствую себя прекрасно, занимаюсь спокойно домашними делами. Единственное, что из-за того, что она днем стала бодрствовать, и работать становится сложнее, потому что раньше она спит, и я могу спокойно делать фотографии, не спеша готовить еду, а сейчас нужно с ней больше времени проводить, ее веселить, с ней играться. Кстати, в Магнит Косметик столько разных игрушек. Это Даша спит. У Макса была такая, только лисенок. Это поросенок. Леша говорит, она же хрюкает. В общем, такая погремушка взяла, потому что в руку ей удобно будет ее брать. Вышли мы погулять вечером. Ах, все цветет, все пахнет, красота. Вышли гулять вдоль Кубани. Замечательная погода. Может быть, даже сейчас пофотографируемся с Дашенькой. Ну, не знаю, посмотрим, она спит. Что, пофотографируемся с Дашенькой или лучше пусть она спит? Ну да, возле цветущих деревьев. Давай. Леша удивляется, говорит, это что, от лучи пахнет. Вот дает. Бедный ребенок. Ну конечно, я с ней хочу сфоткаться. А, я думал просто тебе. Ну, соску положи. Тима, если сладенько. А что ты хочешь? Ну снимайте видео. Ты не фотографируешь. Что, так близко будешь фоткать? А как? Подальше отойди. Ой. У меня такое выражение лица. Типа, чего вы меня разбудили? А может, ты очки снимешь? Не, я без очков, страшно. Почему? Хороший. Да? Да. Улыбочка. Давай, хочешь, я тебя сфоткаю? С Дашей? Ну, конечно. Ой, как тут пахнет. Иди, мой сладенькая. Спит ребеночек, а мы с ней фотографируемся. Ой. Ой, так ты близко фоткал нас. Ну, отдали. Дашу по-другому возьми, ей не видно. Так? Ага. Я портретный делал. Я тоже, ну прям. Ну, ты, наверное, большой. Ну, портретный. Ручку сделай. Ее возьми как-то по-другому. Портретно сделай. А, вот так вот? Ну а как портретно? И бакешечку. Какую бакешечку? Тогда сюда поближе подходи. Ну, приближаешь зум просто и все. А, да. Ну все, сейчас она плакать будет. Ты уже. Ну все. Разучилась. Ну я просто... Ой, как он у тебя закрывается? Ну открой, Тань. Я поясню. Ой. Бедный ребенок. Мама с папой. Тут фотосессию устроили. Ой, ладно, все, спит. Бедный ребеночек спит, а мы с ней тут фотосессию устроили. Ох, и родители. Ну, просто момент, цветущие деревья и Дашенька, такое, эх, вот надо запечатлить. А здесь, получается, вдоль Кубани сейчас все деревья цветут, косточковые.
стоит, конечно, ребятушки. Ах. Всем, у кого еще снег лежит, дарим кусочек весны. Но на самом деле у нас обещают похолодание на следующей неделе, так что мы наслаждаемся. Вот сейчас ветер утих немножко, и солнышко выглянуло, и мы сразу хоп, коляску, и побежали гулять, наслаждаться. О, у нас еще мороженое есть, я спрашиваю, а я говорю, яблоки. Сейчас бы растаяло наше мороженое. Во, у нас коровка из Кореновки, крем-брюле. Да. Самое вкусное мороженое. Вот, катала. Вот, смотри. Давай тебя напротив тоже. Вот тут. Ой, папа. Так, надо сюда встать тогда. Ой, шашлычками пахнет. Вкусняшечка. Красота. Иди. Друзья, вернулись мы домой, гуляли где-то 2,5-3 часа, как раз время Дашеньку кормить, а у нее уже желудочный сок по времени вырабатывается, у меня будильник работает, и Дашенька просыпается, плачет, кушать уже хочет, но желудочный сок, он вырабатывается по времени, если привыкнуть в одно и то же время кушать. Очень классно погуляли, к нам, кстати, еще скворцы прилетели. Чирикают. Не знаю, скворечник или нет, но просто поют песни. Ладно, ребятушки, будем кушать. Я тоже голодная, и Дашенька голодная. Все. И буду монтировать видео. На этом всем всего доброго, всего хорошего. Я надеюсь, вам не слышно, как Дашенька пукает. Всем всего доброго, всего хорошего. Пока. Пока.